Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня тема нашего урока – снятие нарощенных ногтей. Чтобы приступить к работе, мы надеваем одноразовую маску, обрабатываем руки и руки нашего клиента. Покрытие у нас носилось 2 недели, и ногти уже отросли, поэтому нам нужно снять наращивание ногтей. Для снятия нам понадобится аппарат Strong, твердосплавная керамическая фреза. Приступаем к работе. Снимаем мы по направлению сверху вниз, не останавливаясь на одном месте. Чтобы облегчить себе работу, также мы будем удалять полную длину ногтя, мы можем удалить ее при помощи специального инструмента тип-сорезки. То есть с ее помощью мы удаляем ненужные ногти. Мы убрали длину ногтя при помощи тип-среза. Далее мы можем продолжать снятие с помощью фрезы. Thank you.
Если же у нас имеются воздушные кармашки, мы можем поддеть их пушером и убрать с помощью пушера. Сметаем остатки пыли с рабочего места. И продолжаем снятие. Время от времени при выполнении работы нужно останавливаться, потому что при механическом воздействии нашего аппарата ногтевая пластина нагревается, и чтобы избежать ожогов, мы должны останавливаться. Воздушные кармашки мы можем удалять при помощи пушера. Сметаем остатки пыли и продолжаем убирать остатки материала.
При помощи аппарата мы выполнили снятие наших нарощенных ногтей, и теперь мы должны подровнять ногтевую пластину и отполировать ее. При помощи пилки я выравниваю ногтевую пластину. И при помощи бафика я полирую ногтевую пластину. Отполировав ногтевую пластину, мы удаляем излишки пыли и приступаем к следующей руке. Также на этой руке мы выравниваем ногтевую пластину. С бафиком полируем. Смахиваем пыль и с помощью спирта вытираем ногтевую пластину, удаляем остатки пыли. И наносим кутикульное масло на всю ногтевую пластину, для того, чтобы восстановить ее после повреждений. Массажными движениями втираем в кожу и даем питаться в маслу.
На этом наша процедура по снятию нарощенных ногтей закончена. Спасибо за внимание.